почему я создал Ultima. Дело в том, что рынок криптовалют, рынок блокчейна в какой-то степени отказался от идеи совместить реальный сектор и криптоэкономику. Они повернулись спиной к этому еще лет на 5, думаю. А я абсолютно уверен, именно эта связка, когда мы сможем привязать криптосектор к реальному сектору экономики, и будет прорывом для всего криптосообщества. Веря в свою идею, я создал Ultima. По моей задумке, Ultima — это и есть тот мост, который соединяет, скажем так, вот эту ручку и криптовалюту. Вот этот телефон и криптовалюту. Пакет молока, буханка хлеба, ваш автомобиль, ваша квартира, все ваши счета, которые вы можете оплатить, одежда, в которую вы одеваетесь, все это можно токенизировать в криптовалюту. На данный момент криптоиндустрия остается далекой от этих идей, но я с полной уверенностью считаю, что объединение двух мощных секторов реального и криптоэкономики станет настоящим прорывом. Я работаю над своей целью не один, меня поддерживают уже миллионы участников нашего сообщества, разделяющих эту убежденность. На ближайший год у меня грандиозные планы, и я уверен, мы сможем добиться впечатляющих результатов. Уверен, что своим успехом мы привлечем внимание всего криптосообщества и сможем по-настоящему изменить этот рынок. Наша задача — создать глобальную экосистему, в которой Ultima Token, который базируется на децентрализованном смарт-блокчейн, можно использовать с такой целью, чтобы сохранять, зарабатывать и приумножать. Да? Чтобы решить эти три главных вопроса.